О масштабных работах на улице Коржа мы уже рассказывали нашим телезрителям. Да и сами пинчане, пешеходы и водители уже сталкивались с временными неудобствами, вызванными ведущимися здесь работами. Но цель оправдывает средства. Реконструкция большого участка на порядок повысит надежность и качество горячего водоснабжения в этой части города. Мы находимся на завершающем этапе межотопительного сезона. Ну, скажем так, сентябрь – это традиционно время подводить предварительные итоги той работы, которая уже проделана, и что еще осталось сделать на текущий межотопительный период. В планах нашего предприятия было выполнить реконструкцию двух участков тепловых сетей, на одном из которых мы сейчас находимся, это улица Коржа. Данный объект уже близится к своему завершению. Еще остался работ, которые требуют кратковременного отключения. Межотопительный период у нас было запланировано под реконструкцию 800 метров магистрального участка тепловой сети в однотрудном исчислении. То есть сам участок тепловой сети, если брать по асфальту, это порядка 400 метров. Если брать непосредственно участок трубопровода, это труба диаметром более 30 сантиметров по внутреннему диаметру магистрального участка. 800 метров в однотрудном исчислении подпадает под реконструкцию. Все делается для комфорта жителей, а также для снижения теплопотерь на всем участке протяженностью 800 метров. На каком этапе сегодня реализация проекта? На сегодня, скажем так, более 700 метров в однотрубном исчислении уже уложено в специально подготовленные лотки. Остается небольшой участочек, для выполнения работ на котором потребуется выполнить кратковременное отключение в сентябре месяце. Данное отключение мы согласовываем с исполнительной властью города. И хотим заблаговременно предупредить жителей города и организации, которые попадут под кратковременное отключение горячего водоснабжения. Жителям домов нескольких улиц придется терпеть неудобства из-за отсутствия горячей воды. С какого же числа и сколько дней? Оно запланировано с 9 часов утра 9 сентября понедельника до 20:00 19 сентября, это у нас четверг. Под отключение попадут следующие участки. Это у нас улица Коржа, улица ИПД от Заслонного до улицы Ольховских, ну и прилегающие районы. Еще раз прошу потребителей с пониманием отнестись к этой вынужденной мере. Скажем так, это не та необходимость, которая нам позволит с уверенностью зайти в осенне-зимний период 2024-2025 года. Конкретно обо всем, что проделано коллективом по подготовке к новому отопительному сезону, когда филиал «Пинские тепловые сети» получит паспорт готовности, мы расскажем в своей пятничной программе «Подробности 6 сентября».